посетили выставку «Магия света», где познакомились с техникой создания голограмм. Метод Денисюка позволяет создать цветные динамические голограммы и оптоклоны. Например, такие, как сделали греки из изделий Фаберже. Этот интерактивный объект при приближении из ромба превращается в мальчика Сашу. Особенно заворожил арт-объект «Глаз ангела». Экспозиция находится в 12 залах на 2 этажах. Я думаю, широкое применение эта технология будет иметь в медицине. Объекты висят в воздухе, как живые, но если протянуть руку, то там ничего нет, пустота. При изменении позиции взгляда объект волшебным образом изменяется. И было еще очень-очень много интересных экспонатов.